Всем привет, дорогие друзья, с вами Колдун, и это Need for Speed Hit. Как всегда, новая серия, черный рынок, сегодня проходим. Вот у нас там есть испытания, надо все пройти, чтобы на следующую главу переключиться. Поехали! Засчитали? Засчитали? Да, ты смотри-ка, засчитали. Погнали. Три щита надо каких-то разбить. И выиграть эту гонку. В сторону. Первый. Надо еще победить. Главное, чтобы оксид успел накопиться. Все, три есть, теперь побеждать осталось. Ой. Расфигачим сейчас тачку. Сосредоточенный, надо выиграть гонку. Там один, кстати, он за нами какой-то едет неугомонный, так и хочет догнать меня, а мы только половину проехали. Главное, не в дома. Главное не разбомбить машину раньше времени. Ну все, сколько там? 600 метров. Не, мне 3 надо так. Хотя этот можно было тоже разбить. Не подумал. Включайте сирены, начинается. Чур, первый удар за мной.
Офицер ведет преследование. Вот сволочь. Надо больше. Три звезды. Две звезды. Так это же из Vice City место. Да, вон пляж. Да, 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 да. Все, мы подходим, мы поехали. Сейчас подожгу штаны тебе, братан, смотри, следи за штанами. Простите за звуки. Ого, а что-то картинку размазывает. Не пойму, куда ехать. Оп. Отлично. Ой. Хорошо, что их можно было сшибать. Они мне прям спину дышат, ты смотри-ка. Какие шустрые там полицейские у нас. Они, походу, что-то знают, где сокращать. Куда ты едешь-то? На взлет ушли. Вот они все время вот так вот, они вот передо мной.
Прям вот, прям, чтобы максимально передо мной. Пошел в баню. Чужое. Пора бы их проучить.